что пенсию получает, а жену таится, и не пьяница. То есть ничего нету, а я создам тайну, и обо мне будет думать, что я что-то имею, а ничего там нету. Аватар, ник, и каждый раз меняют, какие-то там, ну, кораблик построят вот такой. Все обман. Если ты человек, у тебя ничего темного нету, почему тебе не назваться? Апостол Павел говорит, раб Божий, апостол Павел, Иоанн Пилкинсет, Иуда, Яков. Все подписываются. Моисей подписывается. Христос подписывается. Вы знаете, что Христос письма написал? В житии святого Авгария написано. И Христос написал письмо. Написал. Царь Авгарий узнал, когда распяли Христа, он решил идти войной на проклятых жидов, подавить их всех за то, что они распяли Христа. А сам больной проказой был. А Христос взял полотенце, называется уброс, приложил, и вот нерукотворный лик отобразился. Он ему терся, но не до конца выздоровел почему-то. Вот есть житие святого Петра и Февронии. Слышали? Да. Это день, ну, как бы женский день. Я стал его разбирать. Ну, просто девушка знала травы. Вообще-то замечательно. Князь был изранен где-то. Но он узнал травница, приехала к ней. Она его лечит, но не до конца. А одну язвочку оставила, видимо, подложила, чтобы она распухла. Если на мне не женишься, не выздоровеешь. В общем, девка авантюрная просто была. И Петр Февроний в один день умер, только и всего-то. И дальше опять. Он князь. И женится на простолюдке, то он делается не князь. То есть из простолюдинов в князья нельзя, иначе все будут князья, а обратно в порядке это можно было. И он согласился на это. Ну, видимо, она такая была из себя. Он женился. Какая была жизнь? Дальше что написано, что проверять, говорит, уже не удастся нигде. Но одно то, что так я взял, позвонил врачу и говорю, спроси в уголовном розыске. По уголовному кодексу врач, который провоцирует вот так вот, говорит, я тебя, ну, врач молодая, военного, раненого, я тебя вылечила, если бы ты женился на мне. Тихо, что за разговор? Если бы ты женился на мне, как понимать? Сразу замолкли все, а вы не признаете, еще я все признаю. Но вы договариваете до конца. Я сел. Перевозчик женщина оказалась, молодая девушка. И он Днепр не переплыл и стал к ней приставать. Она его сразу сказала, говорит, ты глубину этого Днепра знаешь? Ты только ко мне руки протянешь, и я буду уже на дне. И она его как обличила. И все, знаете, кто это была? Ольга. Княгиня Ольга. Княгиня Ольга. В дальнейшем где-то. И он женился на ней. Где ты? А. Вот. Ух ты. Вот, как хитрая такая. Муха. Вот такая девка авантюрная была. Вышла замуж. И главное, в один день они умерли оба. Это считается заслуга. Какая это заслуга? Это даже нехорошо, а в один день. Еще не успел мужик сделать. Возьми, Лев Николаевич Толстой умер, а жена сделалась как издатель Софья Андреевна, теперь издает его книги, там, рукописи. У Достоевского также, Анна Григорьевна. У него первая жена была Сниткина, умерла. А он на этой женился когда и написал, говорит, как мы, говорит, сочиняли, до чего мы защищались. Она, кажется, на 28 лет моложе его была, Достоевского. И она взяла на себя миссию, когда он умер, все его труды издавала. Это же самое Солженицына. Солженицына Наталья, это она, смотри, как с Путиным встречается, Красное Колесо издать, Архипелаг ГУЛАГ в школах, а то в один день умерли. В один день умереть, ну, если никаких дел-то не было, то и хорошо, квартира освободилась родным. Это понятно. Ну, а если это человек интеллекта, работал, вот я рассказываю конкретные личности какие. Чехов умер, а у него осталось, он женился на артистке, клипер. Так она еще после него, я не знаю, лет 45 жила. И она труды его продвигала, и все как должно быть. Поэтому в заслугу ставить это, тем более смерть от нас не зависит. Это же Ромео и Джульетта в один день. Спокойно. Сам себя отравил, да и все, чтобы вместе с ним быть.
как начинаешь так вот разбирать, так, а ты против. Один говорит, а как против, когда Игнатий издал «Жития святых», насчитал, как против-то? Ну я с рассуждением все хочу, чтобы было, как по правде. Такая железная бумажка, чтобы никакой швандер к нам не полез. Знаете откуда? Собачье сердце. Вы увидели, нет? Да. Когда он по телефону-то говорил, то ты такую бумажку даешь, железную. Никакой швондер не мог прийти. Вот. Все наелись? Да. Ну и как? Вкусно. Примите меня еще обслуживать вас. Да. Галя, все спрашиваете. Авторитет, безусловно. Несомненно. Да я еще, не забывайте, я вас от заразы спасаю. Мух бью, да? Мух бью. Это не последняя моя деканша. У Чехова. Он сидит и говорит, там встретился с одним. Потом в окно глянул, сестра едет. Сестра, ладно, родная, о, не зря я сегодня ночью во сне пищи видел, говорит. А сестра у него дворянка, и она замуж вышла за Елисея. Когда сели за стол, говорит, а Елисей с вожделением посматривал на наши котлетки. Постный день был, она его держала в руках. А у нее в копеечку обошелся, образования-то нет. Она его протащила, он получил диплом где-то. А этот сидит на него, смотрит, брат-то Шурин теперь. Она ему рассказывает, повалился писарь ходить. Да разговаривает, да он при Елисее писнуть не должен. И потом в другую комнату пошла и кричит, Елисей, иди мух отгоняй. Она легла отдыхать. А этот, тьфу, заездила ведьма. А еще селку изобретал. Заездила ведьма. У нас в поговорку вошло, когда сильно какая-нибудь бабка наступает, и заездила ведьма. Ты не подчиняйся, ты расскажи ей. Ко мне недавно бабушка одна подходит и говорит, вот где-то там я в одном городе, ну, в одной селении, как бы был, и она говорит, там, ну, что-то такое, когда батюшка кадит, чтоб стулья не стояли, там башмаки не стояли, убрать от стенки. А иначе благодать не сияет, она это все видит. Она в этом деле видит где-то. Ну что-то стало, а молодая говорит, так в таком случае тебе бы что-то не ходить или что-то такое. Она говорит мне, рассказывает, как бы с обидой. Я говорю, а может она правильно тебе сказала, что ты, бабка, не лезла такой. Она молодец, 90 лет и никогда не садится. Пример. Вот такое дело. Ну что? Встать! Тут смирно! Давай! Направо! Давай! Давай! Ребята, за что вы? У нас здесь деревня есть, жена дьякона, она была вот такая вот, ну, поменьше маленькая еще, вот такая вот. Мы пришли, а там, когда у Кремля, у Лета, мазолей, и солдаты идут, они вот так вот поднимают ногу, а она у нас вырвалась и за всеми солдатами и пошла вот так вот к мазолею. Я захватил за руку, Люда, куда ты пошла? Вот такая вот дошкольница еще была. Помилуй, Господи, слава тебе. Дивна милость твоя, Господи, научи нас постоянно удивляться всем делам твоим, чудному творению твоему, столь полезному для человека, для исследования дал ты и для поддержания жизни. Слава тебе. Честь тебе и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спасибо. Да, ваш фото. Ну давай. А вот это можно вижу.